Всем привет! А мы, как обычно, с Алиской собираемся для вас снимать заказ. Так, ребят, заказ у меня, как вы видите, самый простой, самый прикольный, да, самый полезный. Ничего не нужного, все только в дом. Начнем уже с очень знакомой нам продукции. Это масочки Beauty Love. Они были по распродаже. Я взяла по 5 штучек, потому что мы часто делаем маски, мы вообще их любим. И все эти маски, в принципе, перед ответственными мероприятиями очень даже хорошо очищают лицо, выравнивают его, готовят к макияжу и так далее, и так далее. Да, смотрите. Алис, хочешь маску? Хочешь маску? Покайфушка маленькая. Значит, масочка 1043, это кислородная экспресс-маска, Beauty Love линеечка. Я вообще всю линейку Beauty Love люблю. Она идет как очищающая тканевая маска, пузырится таким слоем, да, пузырьков. Прикольная, классная. Мы с ней даже, помню, фоткались, как-то делали сторисы. Да, хорошо лицо выравнивает, делает его свежее, лучше, красивее, как-то вот выводит токсины, как-то вот черты лица, как-то вот все изумительно, давай, охраняй. Следующая масочка, эта маска тоже кислородная, для идеального тона, для увлажнения, тоже очень хорошо увлажняет. Она тоже и увлажняет, и очищает. Она пропитана концентрированной сывороткой с экстрактами зеленого чая, сахарного тростника, вот, сужает поры, способствует глубокому увлажнению, выравниванию тоже тона кожи. То есть тоже классно, вкладывается отлично для меня, на мое лицо эта маска очень удобная. Далее, такая вот еще гелевая масочка, я всех взяла по 5 штучек, потому что у меня их вообще уже давно не было, я про них забыла, что они такие есть, зашла в распродажу, смотрю, они там есть. А на втором шаге заказа у нас с вами есть акции, да, внутренние акции для зарегистрированных покупателей, только для нас с вами. Значит, артикул 1044, это лифтинг и сияние, она идет на запатентованной гелевой основе, полученной из смеси растительных полисахаридов и сыворотки, глубоко увлажняет, оказывает подтягивающие действия, а делает кожу эластичной, наполняет влагой и сиянием. Ну, как бы, да, хорошо, вообще хорошо. А будем делать с удовольствием. Так далее, взяли по приколу, с ними получаются классные фотки. И действительно, порой бывает такое, что сильно губы заветрили. Или вот я недавно делала обзор с карандашами, с нашей новой линейкой. Много раз нанесла, много раз потом смывала мицелляркой, чувствую, губки немножко раздражены, и чтобы это дело не увеличилось, не ухудшилось, я после этого сделала вот эту вот масочку, правда без скраба, но сделала. Скраба, кстати, хватает на очень долго, на 5-6 раз, поэтому не разрывайте его, хотя масочки хватает на один раз. Значит, это у нас идет 0926 гидрогелевый патч для губ, он дарит нам увлажнение, питание, гладкость даже очень сухим и потрескавшимся губкам. Это иногда бывает нужно, особенно когда мы много гуляем на улице, много дышим свежим воздухом, в мороз или в палящее солнце и так далее, и так далее. Вот реально бывает нужно, она все снимает, как аптечная мазь, наверное. Вот даже с ней могу сравнить, потому что действия действительно классные. Шоколадочку себе заказала, вдруг захочу, а у меня ничего нет. Шоколад без сахара, она очень полезная, содержит миксит, каму-каму, плоды лукумы, плоды нони и кукуруза хоппи. Плюс ко всему тут добавлен суперфуд манго, то есть такие вот кусочки манго. И, ну и, конечно, эстетически она дает нам такое удовольствие, потому что она действительно красивая шоколадка. Кушаю с удовольствием нормальной шоколадки уже давно. Скульпта. Это спортивное питание, так как мы занимаемся спортом, и у меня постоянно по весам пикук стоит критически низкий уровень белка. Прямо вот все время критически низкий уровень белка. Я решила, что я буду пить после каждого спорта по стакану этой скульпты. И муж, конечно, ко мне присоединился. Вот у нас 3 раза в неделю идут занятия, 12 в месяц, да, то есть и нам, получается, надо 24 порции. Поэтому я взяла побольше. Причем я взяла 2 скульпты с 70% скидкой, вообще недорого. 2 скульпты за полную стоимость взяла. Дальше. Тоже вкусный перекус. Они у нас, просто вот мы их открываем, да, то есть их тут 4 штучки. Высыпаем в нашу, получается, вазочку под сладкое на кухне, и там вот эти вот и повидельные, и такие батончики, и кокосовые лежат, кстати, со вкусом манго, у нас до сих пор остались, а их на сайте давным-давно нету, поэтому я молодец, что запаслась самой-самой вкусняткой. В наборе 4 штучки, на вкус тоже очень классно, но самое суперское, что не только они вкусные, но они идут без сахара, они идут полезные, с пребиотиком, клетчаткой и суперфудами. Дальше взяла вот такую вот полбу, еще раз захотела
хотелось мне ее повторить, еще раз попробовать. Честно сказать, забыла уже вкус. Потом в пустышках про нее я расскажу. Начали заканчиваться зубные пасты, поэтому тоже пару штучек взяла в разделе «Бонус за покупку», по-моему, если я не ошибаюсь. У этой пасты 97% натуральных ингредиентов. Паста грейпфрут, она действительно такая вкусная, мятная, грейпфрутовая, 75 мл. Мне нравится грейпфрут, вы помните, да? То есть, хотя свежий грейпфрут я не ем, но запахи, привкусы грейпфрута, вот такие подслащённые, мятноватые, да, то есть облагороженные, да, грубо говоря. Мне очень нравится. Это черная полностью паста с углем. Кстати, это любовь моей дочери. Ей прям, у нее бзик на все черное до сих пор. И вот, пожалуйста, черная зубная паста. Она идет на основе угля, эффективно и бережно отбеливает эмаль. Далее, смотрите, не удержалась эта распродажа. Взяла зимний крем для лица. У нас сейчас морозы. Минус 10 это как минимум, минус 30 это как максимум, но все равно прохладненько, да, согласитесь. Под минус 30 сугробы уже выше пояса. И вообще, как бы, ох, ну будет у нас, наверное, и весна, потому что снега до такой степени много, что просто невероятно много снега стало, хотя вначале снега вообще не было. Мы все смеялись, что за зима без снега. Ну, потом зима догнала. Зимний крем для лица. А в морозы мы всегда смазываем викуськи вокруг губок, всегда смазываем личико и так далее. И сами иногда наносим и выходим, да. Но это если вы не хотите краситься косметикой. В принципе, наша косметика, она хорошо это все защищает, но не все этим пользуются. Бывает, что и нос обморозим и так далее. И вот этот крем зима, он у нас один уже закончился. И чем он нам понравился? Тем, что он такой, знаете, густенький, он питательный. Он действительно очень хорошо защищает то, щечки, носик, и детский носик хорошо защищает. В общем-то, и запах у него такой какой-то молочной вишенки, очень приятный, да. Вот вишневого варенья запах мне не нравится, вот молочная вишенка, ну так, сносно. Далее, значит, взяла это я маме ультрапитательный крем для лица, рук и тела, вернее, свекрови я взяла, потому что она все жалуется на сухость в коже. Ну, конечно, да, февраль, да, скоро у нас март, февраль, и понятно, что кожа уже устала от батарей, устала от отопления, и получилось так, что действительно ей нужно много дополнительного питания. И вот эта вот лимитированная коллекция зима, чем мне понравилось, тем, что она действительно очень хорошо питает кожу. Он впитывается дольше, чем, например, тающее молочко из этой же линейки, но мама просит что-то прям очень питательное. И вот я помню, что я в прошлом году израсходовала 3 таких банки, осталась довольна, поэтому прям лично ей в руки завтра вручу, потому что сегодня она уже ушла спать. Далее, рассказывала недавно, это еще по VIP-новинкам куплено. Мне понравилась эта штучка, но Катюша у меня одну забрала и за неделю просто израсходовала, поэтому я взяла еще пару штучек, пока ей нравится, пусть следит за волосами. Также по распродаже тонизирующий крем для ног Венотоник. Ну, это все мамина. Мама любит гулять, мазаться, потом опять гулять, потом опять мазаться. В общем, ничего нового. Далее, ультрапитательный бальзам для волос. Штука просто обалденная. Полечу волосики, поделаю. Он такой густой, светленький, беленький. Да, то есть тут как тут хорошо все запаковано. Я прям не могу. Я вот помню, пришла когда в компанию Faberlic около 6 лет назад. Ничего запакованного не было. Да, то есть такой вот густенький бальзамчик, но он очень хорошо наносится. И у него очень приятный, ребят, аромат. Причем он не резкий, не сильный. Еще взяла одну сыворотку, потому что я брала всего 2. Одну себе, одну маме, одна уже подходит к концу, хочу протестировать получше. Далее, ультрапитательная маска для волос, тоже взяла 4 штучки, ну, потому что у меня Катюшка их быстро расходует, поэтому масочка идет такая вот полупрозрачная, очень такая, видите, да, стойкая. И получается, она вроде бы маленький объем, но она до такой степени хорошо распределяется, что ее может хватить, в принципе, на 3, может быть, даже 4 раза. Такое чувство, что она не только ультрапитательная, но она еще и, кстати, она не жирнит, не утяжеляет, перхоти не появляется от нее. В общем, все хорошо. И она еще и как будто бы концентрированная мне показалась. Вот то же самое с шампунем. Он до такой степени хорошо пенится и очищает волосы. Вроде бы тут всего 100 мл. Ребят, но у меня этот шампунь очень долго не заканчивался. Я его тоже вот взяла, схватила, потому что люблю пользоваться линеечками целиком. Вот кто-то говорит, купила шампунь, ну как-то вот не очень он мне понравился. А вы попробуйте, возьмите шампунь, бальзам и маску этой серии. Видите, прям густущий шампунь, да, еле-еле течет, еле-еле течет, прям густой. И тут, конечно же, тоже надолго его хватает. Взяла я его то ли 40 рублей, то ли сколько, вообще очень дешево. Дальше, весна.
время потрескавшихся губ, плюс мы кое-куда поедем. Скоро я вот антивозрастной бальзам для губ один заначу себе и один поставлю в прихожую, один вот отдам Катюшке. У Катюшки начались проблемы, а помада строго индивидуальная штука. Очень он мне из всех, очень он мне больше всех понравился. Далее также линейка Beauty Love. Это патчи. Не знаю, почему взяла так мало. Они мне нравятся, особенно когда нужно хорошо выглядеть. И я сначала делаю макияж глаз. И вот эти патчи, давайте я их вскрою, потому что завтра как раз я буду делать макияж. За ночь с ними ничего не случится. Вот эти патчи я уже начинаю, кладу под глаза. Они не стягиваются, они очень хорошо прилипают, они не скользят, никуда не ездят. В общем, такие вот, да, гелевые получаются, но на тканевой основе. И что самое классное, когда вы, допустим, сделали мейк глаз, вы их убираете, даже если под глазками что-то там заморалось, запачкалось, это все на патчах остается, и взгляд свежий. Это вообще круто. Хотя они, знаете, такие долгоиграющие, их нужно на веках держать по 30 минут. Да, то есть вот я завтра схожу в душ, пока мне сделают прическу, пока мне сделают макияж. У меня завтра кое-что по бизнесу, профессиональные ролики я буду снимать. И вот это все время, они у меня пусть полчаса, там, хоть час, они у меня пусть будут на глазах. Нисколько они не мешаются ни мастеру, ни мне. Мастер говорит, что ей даже очень нравится. Что они делают? Они действительно хорошо подтягивают кожу вокруг глаз, мелкие морщинки вообще исчезают. Они способствуют отеку темных кругов под глазами. Но у меня темных кругов особо нет. Я потому что всегда высыпаюсь. У меня нет такого, что у меня там сильный недосып. Бывает такая желтизна немножечко. Вот он тоже ее как-то вот убирает, делает как-то вот получше. Придает тоже конус, коже тонус. И снабжает дополнительной энергией. Содержит экстракт растения гинго белоба, который обладает мощным антиоксидантными свойствами. Улучшает микроциркуляцию и оказывает противовоспалительное действие. В общем, хорошие штучки. Оставлю себе на столе, чтобы завтра его не потерять никуда. Далее, смотрите, заказала тушь, вот эту вот револиум. Всегда VIP-новинки я беру по 2-3 штучки из-за того, что хочется всем все свеженькое дать, да, то есть это тушь для Кати, у нее длинные густые ресницы, и вот эта вот револиум маскара как раз для нее подойдет для особых случаев, если она куда-то пойдет, накрасится или еще что-то. Взяла 3 карандашика, один себе в запаснике, один маме, один Кате, чтобы у каждого была индивидуальный уход за ногтями. Мне понравилась эта штучка, она действительно делает, давайте вот этот, который мой, я его вскрою. Он действительно делает так, ноготочки такими классными, ухоженными, кутикулка не растет. Я ничего с маслом, у нас еще масло же есть, да, я то маслом мажу, то вот этой штучкой, и ничего не остается. Но самое интересное, я точно знаю, что мне понравится, что взять их с собой в поездке, например. Далее, шампунь-бальзам двойное питание. Вот как он был выпущен, я была в самом жаре, на самой жаре, в самом солнце, в Джубге, мы там проходили дельфинотерапию с Викторией. А, плюс у нас был интенсив, там биоакустика, нейрокоррекция. В общем, по 5-6 занятий в день 20 дней подряд. Да, даже не 20, а 19 дней подряд. Там один день был выходной. И мы брали на 20 дней там номер на берегу Черного моря. Каждый вечер ходили купаться, ну, после 4 и в 7 утра занимались. Вот что хочу сказать. Очень он мне тогда понравился. Я его на постоянной основе заказываю. И мне он тоже очень нравится. И когда он стал по распродаже, так как он понравился мне, маме, свекрови, даже старшая дочь мылась и сказала, ничего, такие волосики хорошенькие, то я взяла 6 штучек. То есть парочку я отвезу маме в Мурыгину, парочку Катюши измоют, парочку свекровь. Ну, в принципе, мне может и не достаться, потому что у нас девочек много. Маме, свекрови, всем я помогаю. Они у меня магазин вот за этим делом. Никто уже давным-давно, сколько лет, не ходят. Много лет они это все не покупают, потому что я их всем снабжаю. Далее, для всех типов волос бальзам двойное питание, тоже суперская штука. Причем у них, у этих бальзамов, очень классная есть штука, как будто они волосы делают, знаете, такими легкими, пушистыми, объемными, но не распушенными такими, чтобы они были неаккуратные. Вот именно такое чувство, что у вас натуральные, свои живые такие хорошенькие волосы. Особенно это актуально, наверное, пережженным блондиночкам. Далее, двойное питание маска из той же линеечки, из той же
серии. Поставлю в ванну, будем делать. Тоже очень даже приятная такая консистенция у нее, в принципе, обычная. Божечки, ты мой, открыть даже не могу, как туго. Да, консистенция у нее такая же, как, в принципе, у маски. Может, у бальзама вот у этого. Может быть, чуть погуще, но запах и действие практически один в один. Просто, ну, все-таки, ребята, у маски более такое интенсивное действие. И вот, если честно, я все, что выставляю себе, я уже заранее с ножницами порой открываю, потому что как-то они стали еще сильнее приделывать вот эти вот мембранки, и их стало сложнее. Да, ну вот такая вот она, видите, по густоте, то есть она мягонькая, и аромат такого приятного, какого-то вот свежести, ветерочка, да, то есть что-то такое вот зимнее действительно. Дальше, смотрите, это у меня из разных заказов, это было по распродаже, я его взяла. И потом, ну, звонит мама, говорит: Ань, что гели для душа закончились. Я помню, что ей понравился этот нежный аромат. И еще раз по распродаже, по бонусу за покупку, тот и другой, можно сказать, я взяла. Это версия 250 мл, а вот этот был по акции на каталог назад, 25-47, 400 мл. В принципе, все измою, все очень быстро уйдет. А кондиционеры у меня еще не все кончились в прошлой покупке, но я взяла парочку вот таких вот суперконцентратов на 30 стирочек. Это мой, наверное, самый-самый любимый. Сильный, мощный, вонючий такой суперский аромат. Я его вообще обожаю. Восточный пион. То есть у него аромат не обычного пиона, да, который вот у нас в огороде летом растет, а именно восточный пион. Такой благородный, суперский аромат. Ну и последнее, что я приобрела. Носочки со знаком весы. Я знаю, что это Новый год и так далее, но вот скажите, даже если я их буду носить весной, там осенью и так далее, почему бы не поносить? Тут такая есть легонькая эмблемка весы. Я как раз весы. И я взяла себе такие вот розовенькие, хорошенькие носочки. Ну все, это весь мой заказ про Скульпту. Хочется сказать, что я вам оставлю два вебинара. Если вы про нее не смотрели, вы про нее не знаете, то это, конечно, кладезь коллагена, белка, коактивных веществ, которые жир сжигают. И вот эта Скульпта очень помогает похудеть именно спортсменам. Поэтому смотрите под видео пару ссылочек, где врачи с очень хорошим стажем рассказывают об этой Скульпте, потому что лучше них я точно не расскажу. Ну, Алиса, кто задурел? Кто задурел? Вот как поест, так и дурит, бегает. Пакет где-то нашла и носится с пакетом. Такое шабаршание стоит. Ну все, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.